Знание и сохранение истории восходит к библейским временам. Господь заповедал избранному народу помнить пройденный путь. Помни весь путь, которым вел тебя Господь. Вспоминать прошлое предлагалось и новозаветному народу Божьему. Вспомните прежние дни ваши. Поминайте наставников ваших. Во все периоды жизни во всем мире существовали и существуют разные маршруты, курсы, пути и дороги, тропы и тропинки. Все они предназначены для одной цели – для сообщения, для коммуникации в различных сферах человеческого общества. Логистическая инфраструктура помогает человечеству в передвижении, в перевозках различных грузов, в путешествиях. Все тропы и тропинки, пути и дороги, курсы и маршруты движутся в разных направлениях, перекатываются через горы, перелетают через водные глади, в каких-то пунктах пересекаются, расходятся в разные стороны света для того, чтобы в очередной точке встретиться снова. В этом документальном историческом фильме мы хотим рассказать и показать тропы, по которым в свое время прошла группа верующих людей, христиан церкви евангельских христиан-баптистов города Бельцы, Республики Молдавия. Вера и искреннее поклонение Богу выражалось в музыкально-певческом служении как в поместной церкви, так и далеко за ее пределами в разных городах и странах. Наш фильм повествования так и называется «По тропам благословений». Это история одного из хоровых коллективов церкви Вифания под руководством Виктора Григорьевича Сарачан. Силами этого коллектива, разными составами, в разное время, в разных местах совершались миссионерские и евангелизационные служения, которые проводились в церквях, православных храмах, домах и дворцах культуры, вузах, консерватории, в зонах, тюрьмах, лагерях разных режимов, аэропортах, самолетах, поездах, автобусах, железнодорожных вокзалах и на всевозможных открытых площадках. Мы вам продемонстрируем архивные фото и видеоматериалы, на которых нам удалось зафиксировать некоторые события и служения. Не везде получалось снимать из-за отсутствия разрешения, особенно в тюрьмах и лагерях строгого режима, а также по техническим причинам. Но это наши тропы. Это наши благословения. Все события и служения, которые происходили с участием коллектива хора в разных местах, в разное время, будут освещены в двух частях документального исторического фильма, где все темы будут представлены в более подробном виде. А сейчас зрителям предлагается краткое содержание фильма. Молитва «Отче наш». Слова, знакомые миллионам людей, живущих на планете Земля. Именно здесь, в одном из ее крупнейших городов, в городе Бельцы, родился, жил и начал свое служение музыкант, хорист, дирижер, также в свое время несший служение ответственного регента церквей евангельских христиан-баптистов Молдовы Сарачан Виктор Григорьевич. Чтобы вы немного вначале все-таки рассказали о себе. Я родился в 1955 году в ноябре месяце в семье верующих родителей. Мама моя научила меня играть на гитаре, и вот она показала мне эти первые аккорды на семиструнной гитаре. А у нас дома было всегда шибко инструмента: гитары, балалайки, мандолины. Ну, потом и домры появились, потому что домры оркестр потом был. Вся жизнь вашей семьи, она вращалась всегда вокруг служения Богу. Меня зовут Григорий, или, как меня коротко называют, Гарик Гасан. В Бельцах мы проживали вблизи от семьи Виктора Григорьевича Сарачан.
Его отец был руководителем оркестра и очень красиво пел. Я первенец в семье, и мои родители решили назвать меня Григорием в честь его отца и молились, чтобы я пел так же, как и он. В 2005 году Виктор Григорьевич позвонил и предложил поучаствовать в празднике христианской музыки и поэзии, который он планировал в городе Такома, штат Вашингтон. Это история евангельских христиан-баптистов в СССР. Это в то время, это время воинствующего атеизма. Эта книга была написана о тех временах. Очень интересная. Может быть, вы пару слов уже, пока мы вот здесь говорим о предыдущем поколении, о вашем отце, может быть, вы немножко скажете об этой книге. Было 120 с чем-то листов больше рукописного текста. История становления бельских христиан. И потом, когда в Кишиневе редактировали, потому что историю должны были писать, редактировали, оказалось 55 листов машинописного текста. Да. И этот материал, его аккумулировали в Москве. И вот это тут же, тут, вы же видите, тут написано СССР. Да. Ну, все республики. Все республики Советского Союза. И вот та часть из истории, которую мой отец написал, она вошла в эту историю. Слава Богу, что у вас был такой служитель, который вот так конкретно поставил вас на этот путь. Да. Это было мое предназначение, наверное, вот всего слова. В музыке Бог меня вел. Это я понимал это тогда, и сейчас это понимаю, что это мои межи, по которым я прошел. И начали потихонечку открываться двери для евангелизации. Я уже тогда понимал, что меня ждет труд. Я понимал, что он нелегкий. The hope lies at the foot of the cross. Есть надежда, но она у подножия Голгофского креста. И возле городского озера нашли место, площадку, где поставили палатку на 5000 человек. И поступило такое предложение поехать послужить в одну из тюрем. Он оказался осужденным на 9 лет за умышленное убийство. В составе мужского хора мы делали такое турне по Поволжью. А пусть они расскажут, о чем они будут говорить. У нас же зона, и наш проповедник, Владимир Андреевич Черепитко, говорит, мы будем проповедовать Христа распятого. Мы спрашиваем, что это такое? Это, говорит, один заключенный в знак протеста порезал себе. В нашем мире нет пустоты. Если что-то одно уходит, туда что-то обязательно другое приходит. А я хотела бы задать вопрос о городе Чита. Мы, я помню, поездку в город Читу, это Россия, где мы любезно были приглашены братом Рувимом Волошиным.
пастором церкви города Читы на строительство молитвенного дома. Хор для меня стал дверью в христианство, большое, настоящее христианство. Рувим Степанович Волошин, первый миссионер с нашей церкви, попал вот туда, в эти холодные края, и там прожил очень нелегкую жизнь в городе, в Чите, когда мы, прилетев из нашей солнечной Молдавии, 10 часовых поясов, прилетели смешанным составом, в составе 40 и более человек. И когда я все-таки вот внутренне помолился, Господь говорит: Рувим, это твое место. Ямбург – это город, построенный страной Финляндии на вечной мерзлоте, крайний север, газовый промысел. На одной из ГП я услышал это одного человека: ну, я знаю, кто такой Бог, но кто такой Иисус Христос, я не знаю. Но сам факт, когда ты в окно смотришь, а за окном уже это уже крайний север, и там никого живого нет. И люди замерзли, погибли. Не доехали. И такое было. И не один раз. И местные рассказывали, что в месяц 1, 2, 3 самоубийства. Этим людям нужен Христос. Где Виктор Клименко? В Киеве. Окей. Едем в Киев. И тут я должен остановиться. И один моментик по этому Киеву. То же самое на братском совете идет разговор. Кто поедет? И я говорю: я поеду. Ну, я Виктора уже знаю. Если мы встретились с Иисусом Христом, все в нашей жизни меняется. Не так ли? Аминь. 2 года назад с Иисусом Христом встретился музыкант Молдавской филармонии Сергей Раэлян. В народном молдавском стиле называл муравейник. «Научись у муравья, ленивец», так говорит Соломон. Служение уже заканчивается. Уже Виктор спел, наверное, все пения, которые у него были. Иосиф Бондаренко делает призыв. И я вот того мужика знаю. Я говорю: какого мужика? Вот тот, что сейчас говорит. Это, мне кажется, Бондаренко. Вау. Не помню, как зовут, но кажется, Бондаренко. Я говорю: мы подошли. Иосиф его узнал. Это невозможно объяснить словами. Вот когда открылись эти границы, то поляки стали попадать к нам. Да, да. В том числе и верующие люди. Польша – это вроде как католическая страна. Чистого Евангелия Иисуса Христа нету. И я не знаю, как себя вести. Во-первых, я с ней общался на русском. А когда я услышал немецкую речь, я вообще не понял, кого я везу. Сынок, через этот чемоданчик знаешь, сколько людей узнает о Христе? Хорошо, что ты не знал, что ты везешь. Слава Богу, Бог делал свои дела через таких людей, и вы также были орудием в Его руках.
По ходу повествования мы будем периодически предлагать вашему вниманию просмотреть и прослушать некоторые наиболее яркие фрагменты из репертуара хора, в программе которого произведения отечественных и зарубежных классиков-композиторов. Дорогие друзья, сейчас мы услышали молитву Господню «Отче наш». Одно из богодухновенных произведений, которые исполняются в церквах нашего братства на протяжении поколений. Автор Николай Кедров Отец. В исполнении смешанного хора Первой Славянской Церкви евангельских христиан-баптистов города Портленда под управлением Виктора Сарача. В последнее время все заметнее становится разрыв между поколениями. Связь становится все более хрупкой. Уходит преемственность поколений и у христиан. Поэтому старшему поколению нужна особая мудрость и водительство Божие, чтобы отодвинуть время полного разрыва, отодвинуть его как можно дальше, а, возможно, и предотвратить. Возможно ли это? Думаю, да. Когда я встречаюсь с такими людьми, как Виктор Сарачан, я понимаю, что связь возможно сохранить. Сегодня наша история берет свое начало в одной из стран постсоветского пространства, в Молдавии, которая в свое время была одной из житниц Советского Союза, кормивших многомиллионную страну. Именно здесь, в одном из ее крупнейших городов, в городе Бельцы, родился, жил и начал свое служение музыкант, хорист, дирижер, также в свое время несший служение ответственного регента церквей евангельских христиан-баптистов Молдовы Сарачан Виктор Григорьевич. Добрый день. Добрый день. Вам и всем, кто... И кто нас смотрит сегодня. Я очень рад быть на этом месте и немножко рассказать о себе, о моем труде, о моем положении семейном и вообще в обществе. Хочется сказать, что я родился в 1955 году в ноябре месяце в семье верующих родителей. И это не просто... Я в третьем поколении. Слава Мой отец Богу. Родился в 1920 году в семье верующих родителей. Слава Богу. Нас в семье было шестеро детей. Три девочки и три мальчика.
если начинать с самого меньшего, то Анатолий мой меньший брат, потом я, потом Галина, сестра, потом Валентина, потом Тавифа, сестра, и старший брат Евгений. И моя мама Ольга Ефимовна, и мой отец, Сарачан Григорий Иванович. Наша жизнь в нашей семье, когда я сегодня все это вспоминаю, была очень интересной и насыщенной. Прежде всего, потому что мы христиане. И как я уже сегодня анализирую, и когда вспоминаю, как мы жили, я понимал, что все наши заботы семейные, начиная от отца и кончая меньшим братом, вращались вокруг церкви. Я как стал понимать, что я в музыке, наверное, Бог меня призвал. Это, наверное, было 12 лет мне. Моя мама, когда мне еще было 5 лет, мама моя научила меня играть на гитаре. Есть такой старый древний псалом «Радость». «Радость непрестанно». И вот она показала мне эти первые аккорды на семиструнной гитаре. И вот я научился, и по сегодняшний день, слава Богу, больше 60 лет гитара со мной. Ну, сегодня у нас вот тут скрипочка, но это мой любимый инструмент, струнная группа. Вот это вот мой путь как музыканта начинался с того, что я играл на гитаре. Но у нас отец был такой, он инженер-строитель по образованию, и я работал, но и всегда он давал нам какое-то задание. Например, первые шаги в музыке были мои. Ну вот с чего начиналось. Он мне говорит: так, иди сюда. Он берет ручку, пишет нотный стан, пишет гамму, натуральный мажор, до мажор пишет. И говорит: я вечером приеду, пожалуйста, вот это мне. Горе ми фа соль си до, чтобы ты вперед, где, на какой линеечке. Окей, я это все выполнил. Через время он мне дал уже, если все, кто помнит, вот это у нас скрипка, а у нас дома было всегда шибкого инструмента, гитары, балалайки, мандолины, ну, потом и домры появились, потому что домры оркестр потом был. Он мне давал инструмент и говорит: вот сейчас показал мне аппликатуру, вот то, что ты писал, то, что учил, сейчас на инструменте. До вечера ты должен это сыграть. Вот мой отец, когда он мне давал это первое задание, сначала теоретически выучить, а потом дал уже практическое правило с инструментом. И я с этим успешно справился. Он, кстати, удивился, потому что у меня никаких дублей не было. Я сразу это сделал. И вот с того момента, когда я... И он меня похвалил, что он не часто делал. Он меня похвалил, и я с того момента понял, что какой-то первый успешный шаг в этом направлении я сделал. О служении вашего отца можете рассказать? Если говорить о моем отце, то это вообще, ну, в те времена у нас столько детей, и наш отец бывало работал на трех работах, чтобы обеспечить. И я должен сказать слава Богу и сказать моему отцу: мы никогда не ложились спать голодным. Слава Богу. Понимаете? Это первое. А второе, он был служителем в церкви и нес служение и в церкви, и бывали моменты, когда нужно рядом окружающие села, надо было какая-то помощь. В какой-то момент он был даже в роли пресвитера, как руководящего. И там и учил и петь, потому что он как дирижер, и там проповедовал, и вот так ездил. И это, вы знаете, не на Мерседесе. И я вам расскажу очень такой случай, который я буду помнить, наверное, до конца своих дней. В воскресенье утром служение. Первый хор, там на сцене идет служение, проповедь.
Я сижу на балконе. Ну, это да, 12 лет. И вот я проповедь прошла, и тут начинает петь хор одно произведение. Он называется «Тени вечерние». И вот вы понимаете, я сижу, юноша, слушаю этот хор, и я ловлю себя на мысли, как мне нравится вот это вот, вот эта гармония человеческих голосов, вот сопрано, альт, тенор, бас. Я вот это вот слышу, и вы понимаете, уже заканчивается этот гимн. В это время наш дом молитвы стоял не на центральной улице, но он был в центре, но рядом как бы параллельная дорога, и вот на этой дороге был наш, это Николаева 80. Вы знаете, надо же такое, в воскресенье утром какой-то человек на грузовом автомобиле умудрился проезжать по этой дороге, где стоит наш дом молитвы, а дальше храм православный. И он там в это время, когда идет там служба, у нас служение, он в это время шумит. И вы знаете, какой момент? Хор заканчивает петь последние четыре такта, там слова «Тени уж близятся, и скоро ночь». Хор заканчивает петь последний аккорд. Басы очень были хорошие голоса, берут октаву, а этот грузовик уже проехал. Но реверберация этого звука, когда он уехал, совпала по высотному расположению с басами. И это получилось, это как бы такое усиление, вот как бы любой звукооператор бы на пульте это хотел бы сделать. Так Бог устроил, Но я это заметил. Ну, даже не в том дело, что я заметил, а в том, что я пришел домой, и вот этот момент рассказываю отцу. Вы знаете, он на меня 2-3 минуты смотрел, просто молчал. И вот это была моя первая ступень осознания, что такое хоровое пение. Голос – это Божий инструмент. Да. Хор – это живой инструмент, струны которого является сопрано, альт, тенор, бас. И дирижер – он играет на этом живом инструменте. То вот эта книга, которая здесь стоит, это не случайная, как сказать, декорация. Это история евангельских христиан-баптистов в СССР. Это в то время, это время воинствующего атеизма. Эта книга была написана о тех временах. Очень интересная. Может быть, вы пару слов уже, пока мы вот здесь говорим о предыдущем поколении, о вашем отце, может быть, вы немножко скажете об этой книге. Да, вы правильно сказали. Это история. Да. Их было издано 5000. Угу. Дело в том, что мой отец, так как мой дедушка, его отец, он был в самом начале нашего церковного движения в Бельцах, он был даже не пресвитером, просто был руководящий. И кто, как не мой отец, знал степ-бай-степ, как мы сегодня говорим, да, от самого начала, и да, я тоже этой писаниной до сегодняшнего дня занимаюсь, и использую уже другие контенты, вот эти вот, вы знаете, вот камеры, все. Но мой отец это писал. Он писал, писал, записывал. И пришло время, когда ему говорил: Григорий Иванович, Ивана Васильевича уже нет вашего отца. А кто же нам скажет, как это было? А он говорит: пожалуйста. И у него было 120 с чем-то листов больше рукописного текста «История становления бельских христиан». И потом, когда в Кишиневе редактировали, потому что историю должны были писать, редактировали, оказалось, 55 листов машинописного текста. Вау. Да. И этот материал весь, он собирался, его аккумулировали в Москве. Видите, тут написано СССР. Да. Ну, все республики. Все республики Советского Союза. И вот та часть из истории, которую мой отец написал, она вошла в эту историю. Вау. Потому что она, это реликвия. Она, я буду передавать моим детям. И моим детям скажу, чтобы они передавали своим детям. Этот материал мне сегодня дает право и даже обязанность передать то, что было, да,
передать молодому поколению. Как Слово Божие говорит, да? Вот мы с вами, когда говорили, рассуждали и вспоминали вот 77-й Псалом, и там написано, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, а мы не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога. И я думаю, что вот это как раз... Вот очень это как хорошая раз, копия, да, этой, то, о чем мы сегодня то, говорим. То, о чем мы сегодня говорим с вами. И я хотела спросить о вашей семье. Ну, я сразу хочу сделать заявление. Я муж одной жены. Слава Богу. Четверых детей. Слава Богу. Шесть внуков и одна правнучка. Слава. Моя жена Светлана Сергеевна. Вот, она, кстати, вот если вы можете познакомиться, посмотреть на эту фотографию, она в центре за клавишами там. Вот, это, так сказать, это касается того вопроса, который вы задаете, потому что там это музыканты, это будущий набат. Это фото, которое вы смотрите, это уже зафиксировано тогда, когда я уже ушел в армию. И вот те молодые ребята вот с гитарами, это уже будущий набат. Они остались. Мы с моим другом, одногодки, Паша Капмар, мы соседи были, мы ушли служить, остались вот они. И вот что касается именно моей семьи, это Светлана, моя жена. И у меня четыре девочки. Самая меньшая Леночка. Они, кстати, все уже замужем, у них семьи. Вот, и Леночка, вот. И потом Людочка. И Виктория, и старшая Лилия, они сейчас живут в Москве, она вышла замуж за миссионер, сегодня он старший представитель по Москве, это Волошин Феликс Степанович. Вот четыре девочки, мы являемся семьями, и трое из них здесь в Америке, и только Лилечка, они в Москве. Вот я хотела спросить, вот вы участвовали в служении, вы всегда вот в этом погружены были. Как Светлана относилась? Я хочу сказать, что когда мы поженились, до того, как у нас появились дети, во-первых, Светлана, она же пианистка, и когда у меня был созданный хор, я в основном, вся программа у меня была в акапельном варианте. То есть, а вы как понимаете, акапелла – это одна из сложнейших форм в хоре, без сопровождения. И были такие произведения, которые нужно было играть, вот и мужской хор, моя Светлана, она мне играла. То есть она со мной несла служение. И когда, даже когда у нас дети появились, уже, конечно, потом было сложнее, потом она уже сама, кстати, моя Светлана, я вам хочу сказать, она хоть и школу закончила, она была как музыкально грамотная. Она работала в училище ассистентом у композитора, у которого был дефект зрения. Козельчук Леонид Григорьевич, я забыл, как это был в Бельцах такой известный композитор. И она у него работала ассистентом. Она писала партитуры, он играл и надиктовывал ей, надиктовывал, она записывала, и потом чистовик. Она работала секретарем, референтом у него. Понимаете как? Она была вовлечена в музыку. И мне помогала, и играла. Потом, когда дети появились, конечно, там, и она, это в училище было, она стала не то, что там, ну, тут же речи нет, что она, моя Светлана, она не то, что мне мешала, она помогала мне тем, что она не мешала мне служить. То есть я не имел никаких препятствий. Она мне давно помогала. Она мне и с пианистами, когда я начал... Программа у меня стала вот так вот подниматься, а там с сопровождением. Акапельный вариант и хор плохо тянет, я уже чувствую, надо добавлять инструмент. Я стал программу ее, ну, как бы обогащать. И она мне находила пианистов, даже с училища там. Потом потихонечку уже появились, но с ее стороны была помощь. И когда была подготовка к возрождению, вот этот период, главность.
ваше служение, оно началось до армии или уже вы пришли с армии и тогда уже включили служение? Да, очень хороший вопрос и правильный. Значит, берем период до. Значит, до армии было вот то, что как я взрослел, как юноша. И вот, вот этот ансамбль, Николай Капмар, мой друг, сосед, мы, у нас, наши мамы были подруги, ну, пели в хоре. Вот, он меня пригласил, это был эстрадный оркестр, вот, сначала он эстрадный назывался, на батом он потом стал и с другим составом. А, вот этот оркестр и параллельно у нас же хоры функционировали. Да. Первый взрослый, потом второй, молодежный хор, то есть, и мы в хоре пели. Я вам хочу сказать, что у нас два дома, то, что в самом начале, когда мой дед еще строил молитвенный дом, первый, это сначала был один молитвенный дом, а потом мы тот дом развалили, его разрушили и построили новый. Больше, шире, выше. И это уже мой отец, как инженер-строитель, вместе с архитекторами, ушел. Там были у нас братья, которые были образованы с образованием. Он также участвовал в строительстве вот да, нового молитвенного дома. Да, мы все есть, и все фото, видео, как мы там строили, и мое личное, и все это, и все хоры. И было, было такое, что, ага, спевка когда? Хорошо, спевка, трех хоров в один день. Как? На стройке. Предлагаем короткие сведения об учебе, образовании, службе в армии, а также о покаянии, крещении и первых шагах служения в церкви Епифания города Бельцы Виктора Сарачан. Скажите о своем образовании. Какие у вас есть? Общее образование. 10 классов. Ну, то есть 11. Я. В 78 году я уже поступил. Это уже было музучилище. Мне удалось закончить политехнический техникум. Поэтому образование техник-технолог. Я закончил ОМР. Это обработка металлорезания. И вы получили еще образование в Соединенных Штатах. Да, у меня есть американское образование. Да. Два года отучился здесь. В Такоме. Я ушел в 1974 году, потом 75 и 76, два года. Но знаменательное событие в моей жизни произошло тогда, вот вы можете представить, что я ушел в армию, но я еще не принял Иисуса Христа официально, познал свое мировоззрение, свое направление в жизни. Мне надо было определяться. И вот 1975 год меня отпустили в увольнение. И я пришел домой. Пришел домой, представляете? Я снял мою форму, одел нормальную одежду. Гражданскую одежду. И пошел в церковь на вечернее богослужение. Это воскресенье. И у нас один проповедник проповедовал, и он в своей проповеди сказал, обратился ко всему залу и сказал: «Скажите, братья и сестры, кто первый грешник на земле?» И сделал паузу, и ждет, кто-то с зала что-то скажет, но люди скромны. Ну, там кто-то сказал: «Ну, Адам, ну, там кто-то». Он вот так руку поднял, и палец вверх говорит: «Я первый грешник на земле». И вот этот жест, и вот это слово, они меня как копьем проткнули. Тогда я подумал: я же тоже грешник. Да. Если он проповедник, и он считает, что он первый, то кто я тогда? Вот такое было. И в конце служения, когда пресвитер, он нас всегда призывали, каждое служение призывали к молитве, приходили записки. Я записку не писал. Когда призвали, я встал: я хочу покаяться. Слава Богу. Я пошел к кафедре. Виктору было неполных 18 лет, когда пастор Петр Родионович Цапков объявил его регентом в церкви в городе Бельце. Это произошло на одном из региональных съездов регентов евангельских христиан-баптистов Молдовы. Говоря о преемственности поколений, можно утверждать, что старшие братья не боялись передавать служение молодому поколению, когда видели в них потенциал для служения в церкви. Спустя более 30 лет, уже в 90-е годы, на очередном съезде регентов евангельских христиан-баптистов Молдовы в городе Кишиневе, после голосования съезда, епископ церкви Молдавского братства
Виктор Николаевич Логинов объявил Виктора ответственным регентом церквей евангельских христиан-баптистов Молдовы. После съезда на совещании служителей Союза в канцелярии епископа Виктору была поставлена задача в создании и открытии регентской школы в городе Бельце при попечительстве и поддержке церквей евангельских христиан-баптистов Молдовы и Союза евангельских христиан-баптистов при канцелярии епископа. Виктор был назначен директором школы и получил полномочия для набора преподавательского состава и разработки программы заочного обучения. Кроме служения в церкви в качестве одного из руководителей хора, Виктор в полное дневное рабочее время обеспечивал поддержку и обучение студентов из разных церквей республики. По окончании школы выпускники сдавали экзамен в хоре Виктора и получали звание регента. До армии, значит, мне было 17 с половиной лет. У нас в Молдавии был епископом организован съезд регентов. Пригласили присутствовать на этом съезде. Во время съезда наш старший пресвитер Петр Родионович Сапков, он уже с Господом, но он выходит за кафедру и говорит всем братьям, это наша тема. Он им всем говорит, вы, братья и сестры, понимаете, вы все регента, и вы сегодня все работаете, но вы знаете, что ваше служение со временем нужно передавать молодому поколению. Как он стратегически думал в то время. Кто ему это подсказал? Бог. Господь, да. Господь подсказал. Среди нас есть молодые, которые могли бы в перспективе быть такими, как вы, и называют мое имя. А мне в это время 17 с половиной лет. Через полгода я уйду в армию. Мы попросим его проявить себя и показать всем регентам, есть у нас замена или нет. Считаю, что Бог мне подарил хорошую музыкальную память. И у меня на слуху были произведения, которые... Они были не просто на слуху, я их уже, сидя в зале, я их знал наизусть. И вы представляете, я выхожу перед первым хором, как будто бы я уже это делал 20 лет. Представляете? У меня никакого волнения. Я вышел, и мы спели, вы, наверное, хорошо знаете, это Лесли, по-моему, Дэвид Лесли, как он называется. «Увидел я новое небо». А мне так нравился этот текст. Мне нравился синтез мелодии этого произведения с текстом. Там, где в конце написано «Он отрет», три раза «Он отрет» слезу с наших очей. Когда я сел на место, Петр Демович выходит за кафедру и говорит, от сегодняшнего дня на этом съезде я объявляю, что у нас новый регент, молодой регент. Я слышала однажды на таком тоже христианском общении, было сказано так, что если ты вырос духовно, и ты уже Павел, ищи Тимофея. Если ты Тимофей, ищи Павла. Это закон духовной жизни, это закон духовного роста и становления церкви, и укрепления церкви. Аминь. Слава Богу, что у вас был такой служитель, который вот так конкретно поставил вас на этот путь. Слава Богу. До сегодняшнего дня я понимаю, как это было мое предназначение, наверное, вот всего слова, потому что это начало. Я вот просто думаю и вот рассуждаю, вот столько у вас труда и там, в Молдавии, за пределами Молдавии, вы переезжаете в Соединенные Штаты Америки, и здесь вы находите место и возможность для учебы. А все-таки, и вот когда вы это рассказываете, мне всегда вспоминается первый псалом о том, что человек... Муж, боящийся Господа и любящий, он во всем успеет. Вот это мне так, что вы все успевали. Я вот это мне очень импонирует. И я немножечко хотела вас спросить, чтобы вы рассказали нам о служении в тюрьмах. Как это проходило, какие были трудности, какие, может быть, были особенные какие-то случаи, что-то на эту тему. В одной из колоний строгого режима в городе Бендер, Республики Молдавии, отбывал наказание один молодой человек.
осужденный на 9,5 лет за умышленное убийство. Наш Бог любит миловать. Он помиловал этого молодого человека, результатом чего стало его обращение к Богу. И он хотел получить святое водное крещение как доказательство своей веры, не дожидаясь освобождения. И это случилось прямо на территории зоны. Он получил святое водное крещение, и тогда же было совершено его бракосочетание с женщиной-христианкой, которая в составе миссионеров Центральной Кишиневской Церкви приезжала в эту зону для проповеди Евангелия, чтобы показать и рассказать о любви Бога даже к такой категории людей, каким являлся этот человек. Да, это интересный вопрос, и он занимает в моей памяти и в памяти моих соотечественников и кто участвовал в этом большое место. И это наложило отпечаток той силы Божьей, которая была проявлена вот в этих местах, о которых вы говорите. И мне понравилось ваше выражение «открытые замки». Очень хорошо. Я этого раньше не слышал, но это очень хорошо сказано. Мы вот сейчас поговорим именно о зонах. Это тюрьмы разных режимов. Общий, строгий режим, усиленный режим. Вот три ступени. Есть очень много таких ярких моментов, которые просто забыть невозможно. И хочется это всем рассказать. Как Бог явил себя в этих местах, когда практически они были изолированы не только от гражданского общества, но и от христианского общества. Помните, когда Михаил Сергеевич Горбачев, когда он пришел к власти, и этот его первый указ, когда пошла вот эта свобода, я помню его номер, 51, и пошла вот эта евангелизация, и так было в Чечне, так было у нас в Бельце. Карл Станиславович, епископ Молдовы, он позвонил нашего канцелярию пресвитера и поступило такое предложение поехать послужить в одну из тюрьм. И нам рассказали историю. А история эта заключалась в том, что одна из встречек с Кишиневской церкви, которая ранее, они были в какой-то зоне, познакомилась просто в беседе, в проповеди о Иисусе Христе, подарила какой-то Евангелие. С одним из заключенных. Он оказался осужденным на 9 лет за умышленное убийство. И когда она начала с ним говорить, он ей говорил, что это все неправда, что вы говорите. Я умру никуда, я попаду вот такого убеждения. Этой сестричке удалось ему объяснить и через личную беседу, а потом через долгое время через переписку убедить его, что это не так. Это неправда. За гробом есть жизнь. Или там, или там. Он не мог в это поверить. Но когда он уже начал читать, Дух Святой коснулся этого человека. Они до такой степени допереписывались, если можно употребить это слово, что он набрался смелости и сказал ей, так, я со слов помню, может быть, не точно детали, я извиняюсь, кто нас смотрит и слушает, но сам факт, он говорит, я когда освобожусь, я хочу, чтобы ты была моей женой. А потом пришло время, он говорит, я не могу уже ждать. И после вот этих встреч администрация зоны, а это был усиленный режим, стали не узнавать его, с ним что-то произошло. Перемены в нем. К чему это все привело? Вот этот звонок. И когда мне братья объяснили, говорят, Карстен Славич сказал, что был какой-то случай, инцидент, где-то, непонятно где, при очередном таком посещении, что администрация пришла к выводу, что сестер, вообще женщин на зону не пускают. Даже на вот эти
беседы под контролем, когда конвой стоит и так далее, что только мужчины. Этот человек покаялся, он пришел к Богу. И он просит, пока он еще живой, пока он не умер, он хочет принять крещение, святое водное крещение, и пообещать Богу служить доброй совестью, как по Писанию. И он требует это сделать сейчас. И более того, он хочет на этой сестричке, с которой он познакомился, он сделал ей предложение, хочет на ней жениться. Вы представляете, как это было осознать администрации, во-первых, зоны, и плюс нашим братьям. И вот мы приезжаем в эту зону, и вы себе представляете, вот эта вся процедура. Процедура, во-первых, чтобы туда попасть. Да. Вы же понимаете. Да. Вот. Потом мы уже узнали, это я спустя, вот это, что я сейчас рассказываю, это была первая наша ласточка, когда сразу после указа, мы еще нигде не были. Потом уже начались зоны в других, именно в республике, и там, это я чуть позже расскажу, но здесь, это самый главный момент, а дальше будет короче. Когда мы приехали, нас стали проверять, потом увидели одного человека с камерой, говорит, а это кто? А этот человек, оказывается, был из Америки. Он приехал кому-то в гости. И Карстин Славич хотел использовать эту возможность, взять его с собой в зону, чтобы он снял. А они говорят, нет. Нельзя. Снимать нельзя. А мы, когда прошли проверку, дали все паспорта, нас проверили. Мы зашли через эти все таможню, когда пришли. Мы пришли к воротам, жил зона. Увидели, когда мы туда вышли. Приезжает, открывается дверь одной машины, заходит невеста, полностью в белое одета. И из других дверей стоит конвой, охрана, выходит этот парень. Такая же самая роба черная, как у всех заключенных, но она новая, и новые ботинки. И вот он с одной стороны приходит, эта невеста с другой стороны. Они подходят, администрация рядом стоит, и Карстин Славич уже... Он, этот администратор дает сигнал, что вот начинайте. И Карстин Славич взял уже управление. Вот мы пойдем впереди, братья-служители, сзади жених и невеста, и сзади хористы, конвой и так дальше. И вот представляете, открываются эти ворота жилзоны, и мы только заходим, а тут бараки, один, два, три, четыре этажа. И мы только зашли, а вся зона уже там же в зоне передают, там же есть своя почта. Когда мы заходим, мы шли под шум, я не знаю, 5-10 минут, сколько пока мы обходили, это ложки, вилки, все железное, а пришетки, все вот это шумело, как невозможно передать. И мы это шли до... Куда мы шли? Мы шли в столовую. Там, где они обедают, заключенные. А в этой столовой братья местные, потому что это было, это молдавский город Бендеры, братья местные, они позаботились о том, сварщики сварили такой большой прямоугольный бак, и вот такой высокий, и налитый водой. На этом фото вы увидите, этот бак стоит, и там запечатлено, как Леонид Филиппович, это пресвитер Кишиневской церкви, уже держит руки, сочитывает вот так с поднятыми руками, как жениха и невеста, они стоят на колени, и мы, сзади мужской хор. А перед этим... этого заключенного в этом баке совершили крещение. Он вышел, веришь ли ты, как обычно, по нашему крещению. Потом он вышел, через двери вышел из бака, через двери вышел туда, переоделся, одел новую робу, зашел опять и стал под руки Леонида Филипповича Агафонова. И он их сочетал, и мы пели вот это гимны, которые положено петь на бракосочетание. И потом это все закончилось, потом молитва. И эта процессия началась в обратном направлении уже на выход. Под звон. Под звон вот этих тарелок и ложек. И когда мы вышли, то что положено после бракосочетания молодым? Свадебное путешествие. Свадебное путешествие. Вот это свадебное путешествие у них было 150 метров. От ворот зоны и до отеля, где... родители, родственники приезжают для на посещение, передачи. Для посетителей, да. Там им дали 3 дня свадебного путешествия. Да. Сегодня любого, спроси, кто там участвовал, это запомнится до смерти, да, у каждого. Да. Потому что это уникальный случай. На протяжении многих лет христиане поют гимн, который называется
Лились слезы сокрушения, сердце плачет в тоске своей. При очередном посещении тюрьмы общего режима в городе Сороки, Молдавия, состава мужского хора при пении этого гимна и других гимнов, после проповеди и призыва к покаянию, заключенные, сидящие в зале, и те, кто выходил на призыв, были в слезах. Они плакали и буквально целовали Евангелие. Хористы, которые раздавали Евангелие, тоже делали это со слезами на глазах, так как видели работу Духа Святого в сердцах людей, лишенных свободы за земные преступления. Город Сороки – это тоже самый мужской хор. Вы представьте, что мы поехали в составе мужского хора, который у нас был почти 45 человек, мы арендовали автобус футбольной команды «Заря» с большим мячом, на весь автобус. На этом автобусе мы поехали на евангелизацию в Сороки. Мы приехали туда, это уже как бы была вторая или третья встреча, я, может быть, это детали. Но когда мы приехали туда, и у нас программа, чтобы петь, у нас евангельки, чтобы раздавать, мы начали петь. А потом братья начали говорить. Но вот когда нам объявили, что есть договоренность быть на служении в городе Сороки, в особой зоне, в тюрьме, вы знаете, жизнь наша изменилась. И вот когда мы приехали в эту зону, вышли на сцену, в зале полно людей, более 500 человек, петь мы не могли. Начав петь, мы остановились, только потому, что весь зал плакал. И мы, будучи на сцене, мужской хор, плакали от того, что мы видим. Это были дни, когда Господь открывал только двери для благовестия. И в зале люди плачут. Заключенные плачут. И у нас хоры тоже плачут.